Всем доброе время суток. Представляю перед вами автомобиль Ford Focus 2 рестайлинг 2011 года. Автомобиль оснащен мотором 1.6 литра на механической коробке передач. Начнем мы с вами с заднего ряда сидений. Чисто ухоженный салон, карты дверей в хорошем состоянии. Спереди также у нас чисто ухоженный салон, карты дверей в хорошем состоянии, панель в хорошем состоянии и водительская панель тоже на отличном. В комплектации у нас с вами стеклоподъемники, также имеется джойстик для управления аудиосистемой. Так, отопитель салона с кондиционером, кондиционер заправлен, работает. Штатная магнитола от фирмы Sony с хорошим звучанием. С детства не помогает. И в данный момент автомобиль заведен, мотор работает ровно, ошибок абсолютно никаких не горит. Пробег у нас с вами на автомобиле 200 тысяч километров. Машина в очень хорошем состоянии, как внешне, так и технически. Так что, если вас интересует данный автомобиль, номер телефона, адрес можете найти у нас в объявлении. Автомобиль можно будет приобрести по системе Трейдинг, кредит, а также с отличным счетом. Спасибо за просмотр.